Привет всем, с вами Мозгус и игра головоломка, которая называется Miracle Asher от торговой марки Risen Toys. Данную головоломку разработал Иван Маскович. Ну, по тому же принципу он сделал еще головоломка, от него называется You and Mona Lisa. Это тоже система зеркал. Данная головоломка названа в честь художника Мориса Корнелиуса Эшера. Задача данной головоломки — собрать 5 картин Мориса Эшера. Ну, давайте посмотрим, что это за головоломка, как в нее играться. Головоломка Miracle Asher представляет собой раму, в которой уложены 9 блоков. Каждый блок имеет изображение на сторонах, размещенное в нем зеркало под 45 градусов. Все вместе — это система зеркал. Зеркала проецируют изображение, которое находится либо на соседних блоках, либо же на внутренней стороне рамки, в которой находятся блоки. Ну, например, вот сейчас вы видите мою руку в отражении. Если бы здесь стоял какой-то блок, то мы увидим изображение с этого блока, вот рыбки. То есть, я думаю, вам более-менее понятен принцип. Ну а теперь к задачам. Задача в данной головоломке — собрать картину. Для того, чтобы начать играться в данную головоломку, нам нужно предварительно выложить все блоки из нее. Для того, чтобы вынимались блоки с легкостью, предусмотрены в рамке на тыльной стороне отверстия, через которое удобно пальцем выталкивать блок. После того, как мы выняли все блоки, мы берем себе задачу. Вот у нас есть изображение 5 картин Мориса Эшера. Выбираем одну из них, любую. К примеру, вот сейчас были рыбки собраны, я на их примере и покажу. Для того, чтобы собрать картину, нам нужно правильно установить блоки. То есть мы экспериментируем с установкой, например, тот или иной блок пытаемся, ну, провернув, да, по какой-то стороне, положить в рамку. И мы смотрим, какая часть картины на нем получается. То есть это не рыбки. Переворачиваем другого, тоже не рыбки. Третьей стороной. Вот, у нас есть часть рыбок. Мы угадали. Теперь последний блок. Нет, вообще ничего не появилось. Даже изображение центрального пропало. Ну, собрать не получается. По всей видимости, я неправильно вложил этот блок. Мне нужно его поменять и еще раз попробовать. Гораздо сложнее будет ее собирать, естественно, если вы все вымете блок. Я вынял только 2. Ну, я не буду вам показывать разгадку, в принципе, я знаю, что здесь, как ее решить. Вот, ну, предлагаю вам справиться с этой задачей самостоятельно, познав тем самым мир художника Мориса Эшера. Это была головоломка Miracle Asher от торговой марки Risen Toys. С вами был Мозгус. Спасибо вам за внимание. Играйте, решайте сложные задачи, головоломки, развивайтесь, и да пребудет с вами сила интеллекта. Пока!